Большое событие в жизни кадет республики. Сегодня в Театре оперы и балета прошел 12-й конкурс бального танца «Георгиевский бал». Среди шумного бала оказалась и наша съемочная группа. Министерство образования, Центр военного воспитания, Ассоциация кадетских школ и классов Чувашия, эти и многие другие ведомства и организации республики уделяют организации Георгиевского бала особое внимание. Самое лучшее пособие по воспитанию подрастающего поколения – это традиции. Одна из самых красивых кадетских традиций – Георгиевские балы. И кто сказал, что красота – это не патриотично? Очень важно, наверное, и такое примечательно, что сегодня у нас проходит Георгиевский бал, такой особенный год. Ведь 2018 год – это год 300-летия бальной культуры в России. Среди конкурсантов – учащиеся кадетских классов и школ Чувашия. Всего их более 4500 человек. И только 160 участвуют в республиканском этапе конкурса. Можно представить себе, каким строгим был отбор и какую волю к победе продемонстрировали финалисты. Неудивительно, что Георгиевский бал никого не оставляет равнодушным. Все с таким интересом ждут этого бала. Мне самому пришлось участвовать неоднократно. Собирались и в Доме искусств. И всегда так проходит празднично. Конечно, георгиевские балы – это яркое и важное событие в жизни кадет. Но другие кадетские традиции ребята тоже знают и стараются им следовать. Кадеты должны всегда знать свое дело. Они никогда не должны быть равнодушными, уважать старших и помогать младшим. Следом за старшеклассниками на паркет выйдут финалисты кадетского танцевального конкурса средней возрастной группы. Их бал состоится совсем скоро. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Павел Редков. Республика.